Величайшая во все времена. Первое место в мире – это наша судьба. Величайший легендарный герой. От Ольги вам огромный мультимиллиардерский привет. Я вам скажу, Ольга зажигает сердец реально больше, чем иногда больше, чем самые крутые лидеры. Вот, и поэтому она отдыхает сейчас. А я сейчас выступаю. Конечно, кайф, кайф выступать Егору. Вере после Егора, мне после вас обоих. Это, конечно, что-то с чем-то. Благодарю, друзья. Кстати, Егора благодарю за то, что напомнил мощнейшую вот эту фразу. Егор, братское сердце, я с тобой потом чуть-чуть дополню. Просто. Я просто знаю, что Егор стремится всегда к совершенству. Это видно всегда. У него прическа так совершенное, тело, совершенное выступление, так совершенное. Стена, иконостас там сзади. Все в совершенстве стремится. И тогда дополню просто эту фразу. 10 интеллект-тренеров, а один никогда не проведет столько тренировок, сколько 10. Абсолютно верно. 10 интеллект-тренеров никогда не проведут столько тренировок, сколько 100. В десяточку. 100 не проведут никогда столько тысяча, работая в полсилы. Понимаете? Тысяча, работая в полсилы, все равно сделают больше, чем 100 упахиваясь там. Вот такая вот фишка, друзья. Я себе сделал, как всегда, заметки. А по поводу богоугодного дела, братское сердце, вот, друзья, я вам скажу, ну что может быть, что еще может быть более крутым подтверждением, что у нас богоугодное дело, что вот у нас, по крайней мере, у меня в команде, у меня огромное, просто какое-то огромное количество мулы вообще у нас в команде, имамы у нас в команде, батюшки у нас в команде, матушка у нас мастер интеллект-тренер, по-моему, про собирается сейчас брать, работает. Пастыры в команде, вот просто тотальное какое-то количество пастырей. Причем есть пастырь там, с 20-летним опытом. Пастыры над пастырями. Епископ у меня есть в команде, друзья. Епископ, понимаете? И он, ну, о чем это говорит? О том, что у нас действительно дело, которое не противоречит ни одному из писаний, поэтому все в порядке, все правильно, идем верным курсом. Вот. И все занимаются, выполняют огонь. Вот. Ну, просто, Егор, у тебя выступление льется как песня, вот я сам написал, льется как песня. Вера эту песню подхватила. Никак это, как говорят, не нарушив ни одной нотки. Класс. И по поводу рилзов. Конечно же, конечно же, конечно же. Конечно же, приходят на рилзы. И не только к Роберту. Но, поверьте, это настолько довольно сложная технология, что новичок, он думает, я сейчас вот рилзы сейчас запилю, и все произойдет. Нет. Вы думаете, с рилза к вам будут приставать вот так? Продай, продай, продай. Расул, ну скажи, что это не так. Скажи, что не говорю продай, продай, продай. Они, ну, максимум, максимум лайкнут, максимум, ну, максимум, если ты правильно технологию сделал, тебе скажут, ну, расскажи. Все! И вот если у тебя язык еще пока не переполз, там, из уха в рот, там, не знаю, с плеча в рот, то есть он тебя не начал, откуда надо расти, не стал гибкий у тебя нормально, говорить внятно, членораздельно про суперджамп не научился, то, ну, о чем говорить-то? Ну, извините, ничего не произойдет. Я вам скажу, сколько бы лидов вам не прилетало, хоть с таргетинга, хоть откуда. Если вы не сможете членораздельно, внятно рассказать, кто вы и чем вы занимаетесь, и что это даст человеку, ничем вам это не поможет. Вот есть три момента основной презентации. Люди что только не начинают рассказывать. Вот, друзья, три главных элемента презентации. Это у Тома Шрайтера было в книжке, не помню даже название книжки. Ну, просто Том Шрайтер такой признанный, да, признанный сетевик, которого... как бы можно рекомендовать, да? Так вот, у него есть в книжке три части презентации основные, идеальные презентации. Не надо рассказывать, какая ванная за 4000 долларов у вашего наставника. Не надо рассказывать, там, сколько лет назад, как сложно создавалась эта методика. Не нужно рассказывать, там, сколько, там, я не знаю, людей в ассоциации. Людей интересуют три вещи. Вот запомните, когда вы людям рассказываете, три вещи людей интересуют. Первое. Кто мы такие? Тренеры по счастью, например, да, Вера говорит. Супер. Тренер по счастью. Например, можно еще вариации они есть. Кто вы такие? Второе. Сколько с вами можно зарабатывать? И что для этого нужно делать?
У нас с вами есть еще уникальный элемент, которого не описано у этого человека, у этого крутого, крутейшего бизнес-тренера в области сетевого бизнеса. Это еще и ценности. Да, у нас есть еще ценности, которые я бы, наверное, может, на первое место поставил. Но, знаете, люди в основном так не мыслят. И поэтому, кто мы, сколько можно зарабатывать, что для этого нужно делать, это три основные элемента. И там приведена в книжке презентация такая. Кто мы такие? Мы гангстеры. Можно зарабатывать 100 тысяч долларов. Что нужно делать? Нужно стрелять в людей. Что вы об этом думаете? Люди такие, не-не, стрелять в людей я не буду. Все, значит, мы друг другу не подходим. Ну, у нас в нашей презентации сами подставите элементы, и все у вас растет. А моя тема немножко другая сегодня. Моя тема – это незнакомые люди – это наши друзья. Это моя любимая тема. Вот правда, я не буду. Я буду сегодня очень краток. Я понял, что у меня осталось очень мало минут, а точнее уже минус 3 минуты до начала супершколы. Поэтому незнакомые люди – это наши друзья. Что это значит? Ну, вдумайтесь вообще, вдумайтесь, что такое чужие люди, что такое незнакомые. Вот представьте, я вижу человека, такой смотрю, о, бородач бородача видит издалека. Я Артем. А он говорит, а я Евгений Полюга. Я говорю, супер. Все, с этого момента мы перестали быть чужими. Друзья, вдумайтесь просто. С этого момента мы перестали быть незнакомыми. Прикиньте. И дальше вопрос только в том, насколько вы продолжите этот импульс. Или, опять же, язык проглотите глубоко-глубоко. Просто. Я Артем. Я Евгений. Я говорю, как дела? Как дела? Он говорит, нормально. Я говорю, да не пугайся, просто решил познакомиться. Понравился ты мне. Поймите, вот я реально, я что только не делаю. Я мастер спорта вот этого такого контакта. Я вам скажу, я ему научился. Я не знал, я боялся. Мне показали. Я дошел до того, что я просто могу идти вот так вот. Я говорю, скажите, я правильно иду в сторону библиотеки имени Ленина? Да. А, кстати, вы работаете, учитесь? Реально? И люди начинают рассказывать. Высший пилотаж, когда я дошел до того, я прям для эксперимента, я прям с человеком иду вместе. И он говорит, ну давай вот этого. Я подхожу просто к ближайшему непонятному человеку. Я говорю, скажите, я правильно иду туда? Он такой, да. Я говорю, спасибо. А, кстати, вы работаете, учитесь? Я говорю, просто до абсурда. Поймите, люди вообще, им вообще плевать, что вы там говорите. Если вы уверены, если вы хорошо выглядите, если от вас вкусно пахнет, вообще не важно. В интернете еще проще. Вам даже не надо, вы если что, испугались, на кнопку нажали и отключились. Даже не надо, даже поймите, то есть вообще просто даже прощаться не надо. Испугался, отключился, все, не пишешь ты ему больше. Поэтому наши незнакомые – это наши друзья, запомните. И исходя из этой концепции, у вас никогда не должен закончиться список друзей. Я понятно объясняю? Я не понимаю, как у кого-то закончился список, вам некому звонить. Это что значит? Ну реально, друзья. Все, я просто, ну, я могу развернуть эту тему, но просто из уважения к нашему мероприятию я уже сжал, насколько смог свое выступление. Надеюсь, да какой надеюсь, я точно знаю, что я дал вам сейчас величайшую мудрость и основу и фундамент для вашего огромного, мощнейшего старта. Поэтому, друзья, кто заберет, тот победит. Ну, кто не заберет, заберете что-нибудь другое дальше. Все, полетели. Мы самые величайшие во все времена. Первое место в мире – это наша судьба.